Еще из новостей дня. В центре внимания на заседании Совбеза России были вопросы, связанные с обеспечением ядерной, радиационной, химической и биологической безопасности страны. Обсуждали конкретные меры. Владимир Путин потребовал тщательно координировать работу ведомств по каждому из направлений и на всех уровнях от федерального до местного. Президент подчеркнул необходимость активнее внедрять безопасные и экологичные технологии в промышленности, строительстве и в такой близкой всем сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. Зашла речь и о том, как свести к минимуму риски аварий на опасных объектах и о том, что нужно усилить санитарный контроль. В современном мире существует немало техногенных угроз и прежде всего связанных с работой крупных инфраструктурных, промышленных, энергетических объектов. Необходимо надежно защитить Россию, наших граждан от подобных угроз. И прежде всего обеспечить безопасность объектов ядерной энергетики, а также предприятий, на которых хранятся, производятся или используются опасные радиационные, химические, биологические вещества и материалы. Необходимо свести на нет риски возникновения на таких предприятиях аварий или совершения противоправных действий. Кроме того, уже в ближайшее время следует провести инвентаризацию индивидуальных средств защиты граждан, определить, какие из них морально и технически устарели, и выработать меры по восполнению запасов таких средств за счет современных образцов. Разумеется, разработка и производство новых средств защиты должна осуществляться только на отечественной базе. Для этого у нас есть хорошие технологические заделы. В сфере повышенного внимания должна оставаться санитарно-эпидемиологическая обстановка. Необходимо минимизировать риски распространения вредоносных инфекций, не допустить их попадания в Россию из-за рубежа, с территории сопредельных государств.